можно было и там поесть. Ты думаешь, что я разрешу тебе питаться на улице шаурмой? Есть, очень хочется. Ничего, потерпишь. Я не ела с утра. Ладно, сейчас я нам что-нибудь закажу. О, уговорил, заказывай, только поскорее. Как я хотела съесть эту шаурму. Что за странное пожелание? Ты что, беременна? Самое обычное желание, Керем, во всяком случае, пока обычное. Говорят, что вкусовые странности бывают только у беременных. А по-моему, это выдумки. Ничего подобного. Это правда. Когда мама была беременна мной, ей посреди зимы все время хотелось арбуза. Просто мама тебя обманула. Да ты что? Зачем ей меня обманывать? Милек звонит. А, у меня телефон выключен. Забыла включить. Милек? Здравствуйте, Керембей. Надеюсь, я не помешала? Нет-нет. Мы только что вернулись с концерта. Ты долго будешь еще обращаться ко мне, Керембей? Брось эти формальности. А как сказать? Свояк? Звучит не очень. Ты Бину звонишь, наверное? Если она не спит. Передаю трубку. До встречи. До свидания. Слушай, милая. Сестра, мама в Бостон улетела. Как это? Когда? Она оставила записку. Уехала поговорить с отцом. Мне все надоело. Значит, по-своему сделала. Не представляю, чем обернется эта поездка. Концом света, скорее всего. Угу. Что с ними будет, сестра? Не знаю, дорогая. Завтра поговорим. Ладно, я хотела, чтобы ты была в курсе. Спокойной ночи. Спасибо, милая. Спокойной ночи. И ужиться не смогли, и расстаться по-человечески не получается. Что случилось? Обычное дело. Ты просто не знал. Мои родители никогда не были счастливы в браке. Правда? Почему? Папа чудил. Он изменял нашей маме. И сейчас продолжает в том же духе. Твоя мама права, это ужасно. Ты боишься, что я тоже буду изменять тебе? Я никогда так не поступлю. Запрещаю тебе даже думать об этом. Главное, не жить так, как они, Керем. Не будем, любимая. Обещаю тебе.